Более 1000 жителей региона в минувшем году навсегда забыли про топку дровами. В 2020-м в Ярославской области протянули газопровод более чем к 20 селам и деревням. Итоги работы и перспективы на текущий год сегодня обсудили на заседании Комитета областной думы по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию. Сейчас на контроле строительство газопровода к селам Шельшедом Варегово Большесельского района. Также ведется подготовительная работа к началу строительства двух межпоселковых газопроводов протяженностью 75 километров на территории Рыбинского, Мышкинского и Ростовского районов. Готовится к газификации Брейтовского. Депутаты предложили областному правительству предусмотреть выделение дополнительных 130 миллионов рублей на программу газификации. Наша основная задача на сегодняшний день – соблюсти договоренности с ПАО «Газпром», договоренности по синхронизации наших действий, так как «Газпром» прокладывает магистральные газопроводы. Задача региона – обеспечить потребление и отводы от этих газопроводов к населенных пунктам, промышленным предприятиям, ну, соответственно, к котельным.